Ну что, друзья, сегодня мой первый вечер в пятизвездочном отеле. Хочу вам номер показать. Это вот у нас ванна здесь. Как видите, душевая есть. Полотенчики все. Это у нас входная дверь в номер. Так, это у нас тут шкафчик. В купе. Есть сейф, есть, но я им не буду воспользоваться. Так, закрываем. Так, идем дальше. Вот это вот номер на 2 человека. Есть у нас свет, телевизор, кондиционер. Это у нас вход на лоджию. Сейчас посмотрим, что у нас видно с балкона. Вот у нас, конечно, это здесь столик. Стульчики. Конечно, вечером плохо все видно, но ничего, завтра утром мы заснимем все. Но пока так вот. Сегодня первый вечер. Вот. Пришел сейчас с ужина. Поужинал хорошо. Сейчас надо отоспаться. Вот номер. Кто-то у нас тут белые тапочки заказывал. Вот есть белые тапочки. Телевизор. Есть 2 русских канала, немецкие каналы. В основном тут, смотрю, немцев много. Таких пожилых отдыхают. Но это ничего. Ну вот, вроде бы. Вот наш российский канал идет. Так, ребят, у нас еще такая фишка одна. Видите, как плечики расположены? Это специально, чтобы их не скоммуниздили. Они так вот прикреплены. Вот. И еще такой вопрос. Видите, карточка? Она сюда вот, это специально карточка. Она вот ее вытащишь. А, и света нет. Переставляешь. И свет у нас появился. Ну, в принципе, я по номеру уже... Все сказал. Ну что, друзья, вот второй день я уже в номере, отдыхаем. Я вам обещал показать вид с балкона, да, вчера. Открываем, и он у нас выходит прямо на фасад, здания. Вон у нас фасад, где мы заходили. В принципе, вид-то у нас хороший с балкона. Сейчас переодеваемся и идем на море. Это у нас сушилка для полотенец, для купальников, для трусов, если кто что. Ну что, пойдем, я еще раз вам номер покажу. Хай. Так, ну как видите, у нас вот еще есть чашка. Чайник, можно чай себе кипятить. Для курящих место. Но самое главное у нас, ну смотрите, что есть еще. У нас есть холодильник. А в холодильнике что у нас? Так, в холодильнике у нас вода. А что это у нас? О, пиво. Пиво. Потом что у нас еще? Что это у нас? А, это у нас, наверное, чай с лимоном, да? А, холодный чай, да. О, ништяк, сейчас с собой возьмем на море. Так, что у нас еще тут есть? О, это
Энергетик, я его не употребляю. О, а это что у нас? Что такое? Ну-ка давай. Фиксация. Симфони. Даже не знаю, что это такое. А, это, наверное, какой-то алкогольный напиток, наверное. А так, а это что у нас? А это у нас вода минеральная, да? Ну, ништяк. Сейчас у нас чаек остынет. И попьем чайку холодненького. В принципе, что у нас? Вот номер как номер обыкновенный. О, кондишн еще раз. Ну что, друзья, сейчас собираемся, идем на море. Ну вот, друзья, я на море. Слышите, как шелестит? Там за горизонтом Египет, куда я не попал. Вот, вот этот пляж наш. Улыбайтесь, и уже потом они вам где-то ближе к обеду покажут ваши фотографии на интересных сувенирных тарелочках, в рамочках. Если понравится, можете купить. Если у кого-то нет денег, но хотят, хотите купить, можно будет рассчитаться по приезду в отель. Спасибо за внимание и всем приятного отдыха. Сейчас, пожалуйста, приготовьте фотоаппараты, видеокамеры, и мы начинаем наше путешествие. Ты сама же смотрела на...
но меня, конечно, этот вопрос он совсем не тот. Все, первый раз будете поблагодарить об этом грибовище. А почему тогда опоздали? Другой вопрос не случайно, уважаемые гости. Обратите внимание, до 99-го года. 99-го. Когда кто-нибудь из нас произносил вообще название Памуканы, это подразумевало то же самое, что и Сиде, Анталия, Белек, Алами, курорт Памука. Это подразумевало, мы туда направлялись с целью отдыха и лечения. И практически однодневные туры – это небольшое исключение, вообще не умыть, даже не упомянул. Физически это было нереализуемое исключение, потому что в это время такая трасса даже не была. Протяженность маршрута составляла где-то около 400 километров. И вы посчитаете, сколько по времени занимало? После этого мы проводили минимум двухдневное, минимум с ночлегом. Хотя на 3-4 дня тоже помню, что были у нас экскурсии. Вот. Теперь. Белая гора покрыта кальцием, вот на фотографии увидели, да? Она имеет в наши дни протяженность 1930 метров. А когда-то, 2000 лет назад, в некоторых античных вообще документах прибывает цифра 2 километра в 350 метров. Помогали самая серьезная проблема – нехватка воды. Вода не хватает из-за этого. Что-то в моде сейчас говорит, может, вам тоже говорили, сходите, помогали, я тут закрою. Слышали такого? Да? Никто, так сказать, специально не будет закрывать Памуккале, но ключ этого вопроса таится вообще во всех этих прорывных процессах, особенно землетрясения, могут стать причиной для закрытия Памуккале. Почему? Потому что, знаете, в мире, где есть горячие гейзеры, там происходит либо землетрясение, либо извергает вулкан. И Памуккале располагается на поверхности второй полосы, активной сейсмической полосы на территории нашей страны. Прилегает 3 таких разломов. И в Памуккале не только гейзер Клеопатра, общее количество гейзеров вообще насчитывает цифра 17, только они на разные расстояния. И среди 17 гейзеров самый популярный гейзер Клеопатра. Теперь обратите внимание, 99-е годы, по причине, что этот объект находится 88-го списками, официально зарегистрированными списками ЮНЕСКО. ЮНЕСКО в течение более 10 лет судилась вообще с хозяевами этих оценок. И в результате ЮНЕСКО выиграл. Таким образом, курорт был закрыт. Все оценки были разрушены. После пейзажного...